Мы вчера встречались с коллегами, студентами на мастер-классе. Я проводил класс в Москве, писали портрет. Удивительная модель. И с таким упоением все работали. Андрей Рэш, такие красотки, как вы удерживаетесь, писать белое красивое тело такими красками, в таких случаях мне никогда не нужен классический мольберт коллега. Что это имеется в виду, я не понял, Андрей. В каких случаях? Что я пишу модель, может, кто-то пояснит, кто-то быстрее понял, чем я. Такими красками, краски у меня всегда одни и те же, мне не нужен классический мольберт. То есть я пишу не классический и нужен, что тогда? Ничего не понимаю, ну да ладно. В общем, я пишу по-своему, да, оттолкнемся от этого. Пишу, как чувствую, пишу так, как хочу. Один импрессионист сказал, что я не списываю природу, я ее такой, какая она есть. Я ее пишу такой, какой хочу ее видеть. Какая гениальная фраза. То есть я пишу так, как хочу. Я даже не списываю свое видение. Я пишу некую фантазию. Это действительно новая реальность. Любая картина – это новая реальность. Ну, никуда не попрешь, правда ведь? И ее создание, как создание, я не знаю, как сочинение музыки, поэзии, танца, ну, чего угодно такого, гуманитарного. Оно просто тебя настолько заводит, что ты жить без этого не можешь. Только с любовью можно сравнить. Ты любишь так, что встреча, общение с человеком, кого любишь, тебя открывает, раскрывает твою душу. Ты делаешься настоящим. Таким, каким и задумал тебя, ну, наш начальник планетария. Допускаю, что для большего количества людей, смотрящих на мои работы, это кажется, ну, не безумием, так вообще испытывает легкое удивление. Да? А может быть, я этого и добиваюсь. Я удивлен, когда пишу. Но шутка ли, человек прямоходящий, я не знаю, на карачках ползающий после вчерашнего, может еще что-то выкинуть, что это будет красивым движением. Может, танцем вдруг назваться. Новое движение какое-то изобрел человек, и все. И он уже выползает как-то из-под забора, он уже идет домой совершенно прямо, ровно, уверенно. Живопись в этом смысле – это уверенность, но абсолютная алогичность. Может быть такое. Но вот у меня такое случается, как, собственно, на классе. Когда села модель, предложила позу, я спросил у студентов, которые пришли на класс, вот как бы мне написать все это, вот как вы хотите, дизайнерски или не дизайнерски? Они говорят, конечно, лучше не дизайнерски, а лучше вот нам бы попроще, вот как бы поакадемичнее. Я говорю, ну как пойдет. И пошло так, что не пошло в сторону академичности, а в сторону, вот меня распирали. Я говорю, не могу ничего поделать, но это будет близко. По крайней мере, понятно. Понятно то, что ты не можешь не танцевать, когда твое сердце танцует. Живопись вот в этом смысле удивительный лекарь. В связи там с понятными событиями, с ужасами, которые ну просто сводят с ума. Наверное, это для меня единственный какой-то вот коридор света, в котором вот ты заходишь и ну, исчезаешь. Наверное, только так можно и выжить, что-то делая. Ну, безусловно, помогая и либо делом, либо словом, либо, если нет возможности, словом, как сейчас. Ну, нету. Открываются уголовные дела за слово. Каждый день, ну, значит, делом. Делом, которое я люблю. Будем спасать мир красотой. Кстати, я обещал, и так и случилось. На этом классе так была освещена модель, что с одной стороны легкий холод, с другой стороны легкое тепло. И вот это разделение, основа, как мне представляется, если есть такая возможность. Это, кстати, не обязательно в портрете, это и в натюрморте, и в пейзаже. Если есть замечание наше, разделение на тепло и холод, то это очень сильно
усиливает эффект, обогащает композицию, обогащает работу. Она становится более живой, более объемной, более звучащей. Не просто серой такой какой-то, или там, я не знаю, утонувшей в каком-то заднем плане, заднем фоне, одинаковой, а она просто живая, она наполнена энергией жизни, радости. Ну, может, не радости, но по цвету, в принципе, это, наверное, радость. И для меня главное добиться такой вот светоносности, такой экспрессии, чтобы, ну, встрепенулось все у меня прежде всего, ну и как эффект у зрителя. Еще момент важный, который мне очень интересен в портрете именно сейчас, вот в этот какой-то период, это все большая недосказанность. Причем это может быть и в фоне, и в каких-то деталях, в намеках. Ты не рассказываешь полностью все, что видишь, контурами, цветом, как будто прерывисто, как будто рваная такая живопись, как будто бы вот, ну, не докончено. И может быть, у зрителя создаться такое впечатление, что художник либо немного того, либо немножко этого, либо просто не уважает вообще никого. Помазал чуть-чуть и ушел. И сказал, что все, хватит. А вот это «хватит» пусть будет лучше раньше, когда стоп. Чем ты затюкаешь работу, и она перестает быть какой-то, ну, нести вот эту жизненную энергию, когда она просто вот заморенная, заморыш такой, загубленный. Но эта недосказанность, стремиться к ней нужно через точность. Точность, уверенность в тоне, когда ты не переписываешь его много раз, а кладешь сразу и точно. Но это, конечно, достигается практикой, и мы будем над этим работать в Гурзуфе. Сейчас скоро будет класс, два класса на майские праздники. Кто легок на подъем, на машину и вперед приезжать. Уже вчера еще уже одна женщина приняла решение и едет на машине. Так что присоединяйтесь, это будет незабываемо. Один факт, что мы будем писать глицинию два дня, ну, это фантастически, это цвет, это фиолетовость. Ну, может быть, я излишне так отношусь с пристрастием к фиолетовому, но я себя сдерживаю. Присоединяйтесь. Да, и в школе в онлайн работает платежная система для иностранных коллег и студентов, которые покупают мои уроки. 10% скидки. Когда вы проходите этап покупки, вам предложит, значит, система реквизиты, и вы, платежи приходят, уже можете воспользоваться этой новой киргизской картой, MasterCard. Ну, а российские платежные системы все по-прежнему работают в штатном режиме.